Дрожащая кабина, скрипящий механизм. Подниматься на лифте в музей истории Бердского радиозавода откровенно страшно. Особенно если знаешь, что лифт уже выработал свой ресурс, что называется, до последней капли. Дальше только отключать, говорят собственники бизнес-центра на Ленина. И мы его все равно будем выключать, потому что он сейчас эксплуатируется в два раза сильнее. Если вдруг что-то произойдет... Бизнес-центр – это огромный улей. Сюда ежедневно приходят по делам тысячи людей. Между тем, отключить лифт должны были еще перед Новым годом. Да жаль было ветеранов производственного объединения «Вега», которые спустя десятилетия после закрытия предприятия продолжают приходить сюда. Музей действует уже три десятка лет, и в его залах собраны свидетельства трудовой славы берчан. В музее работает Совет ветеранов ветеранской организации «Веги». Постоянно проводятся мероприятия для ветеранов – радиозаводчан. И поэтому люди все пожилые, и им очень тяжело даже один этаж подниматься пешком, а уж не говоря о семи этажах. Музей радиозавода – это муниципальное учреждение, а стало быть, и доля ответственности за состояние лифтов лежит на муниципалитете. Именно поэтому предприниматели, работающие в бизнес-центре, в этом году обратились в администрацию города с просьбой взять на себя часть расходов по замене лифтов. Нам от города требуется небольшая помощь, раз в 10 лет хотя бы. И помощь, она не такая большая. В материальном выражении это порядка 375 тысяч рублей, могу ошибаться там в копейках, порядка 375 тысяч рублей. Это примерно 10% от стоимости двух этих лифтов. В городской администрации пообещали войти в положение. Соответствующее письмо на имя руководства бизнес-центра на Ленина подписал заместитель главы администрации Бердска Сергей Носов, курировавший тогда городскую коммуналку. Если верить этому документу, город готов выделить музею дополнительно 374 800 рублей. И вопрос должен рассматриваться на очередной сессии Горсовета 2 марта. Однако в Совете депутатов эту информацию не подтверждают, а значит, с заменой лифтов ветеранам «Веги» придется немного подождать.